Сейчас я посмотрел записи камер. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Перед началом этого видео я хотел бы попросить вас подписаться на мой телеграм-канал. Именно там выходит эксклюзивный контент, который вы никогда не увидите на моем YouTube-канале. А также именно в телеграм-канале вы можете пообщаться со мной и позадавать мне любые вопросы. А также именно там выходят самые последние новости о моем канале и когда выйдут новые видео. А теперь история. Как вы уже поняли, я нахожусь в квартире, и эта квартира не моего подписчика. Дело в том, что эта квартира съемная. А как я здесь оказался, сейчас расскажу. Недавно мои друзья приехали в город и сняли квартиру для того, чтобы побыть здесь, ну, сутки, нужно было по делам. И вот потом, когда я их встретил, они мне рассказали то, что именно в этой квартире ночью происходили какие-то странные вещи. Они рассказывали то, что не могли толком поспать, потому что здесь постоянно что-то шумело, были разные звуки, как будто кто-то ходил, стуки в стенах и такие вот подобные вещи. Меня это очень, кстати, удивило. И вот, послушав эту историю, я решил снять эту квартиру. Я приехал, точнее, я созвонился с хозяином и просто решил ее снять, как обычный, ну, так сказать, клиент, да? И якобы переночевать здесь сутки. Так вот, мы с ним созвонились, я забрал ключи, и вот сейчас я уже здесь. Я специально приехал сюда уже поздней ночью, сейчас время уже 12 часов ночи. Вот, и здесь я проведу какое-то время и постараюсь выяснить, есть ли в этой квартире что-нибудь паранормальное, или это все-таки моим друзьям, так сказать, показалось. Ну, а меня зовут Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». Всем приятного просмотра. Время, как видите, уже почти 15 минут первого. Это мой штатив. Это какая-то кладовка. Так, пианино, друзья.
Кстати, вот очень интересные перила такие. Не знаю, для чего точно их делают. Может быть, для детей. Может быть, люди здесь, которые жили когда-то до съема, точнее, до сдачи этой квартиры. Может быть, здесь какой-то инвалид жил и пользовался этими перилами. Так что такие дела. Не знаю для чего. В общем, вот такая вот, друзья, квартира. Пока, друзья, никаких показателей нету. Так, это ванна. Абсолютно ничего. Сейчас, друзья, я проверю квартиру на наличие черного дыма. Кстати, в этой комнате присутствует черный дым. Прям в обилии, в отличие от других комнат. Вот, прям видно его. Достаточно большими клубками прям видно черный дым. Сейчас, друзья, я решил провести эксперимент с диктофоном именно в той комнате, где было больше всего черного дыма. Приступим. Если в этой квартире есть кто-то из иного мира, из мира духов, дай мне знак, вступи со мной в контакт. У меня есть диктофон, ты можешь на него что-нибудь сказать. Давайте послушаем.
Давайте попробуем еще раз. Если здесь есть кто-то из мира духов, дай мне знак, вступи со мной в контакт. Ничего не было, друзья, слышно. Я сейчас прям на мгновение немножко насторожился. Видимо, соседи, ну, с противоположной стороны сверху как-то шумят, а там вода сливается, и прям это на мгновение из-за того, что я был напряжен в моменте, было немножко мне как-то стремновато. А так, в принципе, на диктофоне я ничего не услышал. Дома еще раз тщательно послушаю, если что-то будет, вы это все обязательно уже увидите, как обычно, в этом видео. А также для тех, кто подпишется на мой телеграм-канал, если на аудиозаписи что-то будет, я отдельно залью эту аудиозапись в свой телеграм-канал, для того, чтобы вы могли послушать это четко, прям как аудиодорожку. Так, друзья, сейчас я решил поснимать квартиру в полной темноте. Время уже больше половины второго ночи. Итак, друзья, сейчас я решил провести такой эксперимент. Это очень давний эксперимент на моем канале, но проводил я его до этого только один раз. Это были съемки тоже в квартире, ну, подобной вот квартире. Сейчас я завяжу глаза черной повязкой и включу радиоприемник. И все, что будет происходить в комнате, и если что-то вообще будет происходить, то этого всего я не буду видеть. Начинаем. Если здесь кто-то есть, дай мне знать. Скажи мне что-нибудь. Thank you.
здесь кто-нибудь есть? Ощущение того, что здесь помимо меня кто-то еще есть. Реально стало очень не по себе. Друзья, вы слышали? Кто-то в стену стучал. И дверь закрылась. Значит, все-таки в этой квартире что-то есть. Ну что, друзья, я хотел сказать, что ситуация реально принимает какой-то удивительный оборот. Время сейчас уже 2:30, и я реально думал, что здесь вообще ничего не будет в этой квартире происходить. Но, как видите, действительно что-то происходило. И сейчас я посмотрел записи камер. Что такое? Что это за хрень? Это пианино, блин. Только что играла «Друзья пианино». Если, друзья, кто-то из вас может подумать, что это постанова, как обычно скажет, что я постанову снимаю. То здесь никого нет. А ситуация реально стрёмная.
меня мурашки просто по коже бьют. У меня только один вопрос. Как могло заиграть пианино, если крышка у него закрыта? И она была изначально закрыта. И она достаточно тяжелая. Интересный момент. И, кстати, да, я изначально не обратил внимания, что здесь на полу валялся мишка. Вот это, кстати, мишка. Ну что, друзья, время уже 16:15. Я буквально посидел еще минут 10-15. Подумал обо всей этой ситуации. Ну, в принципе, пока что больше ничего не происходило. И я решил, что, в принципе, я то, что хотел, я снял. Я убедился в том, что здесь реально что-то есть, то, что мои друзья в плане этой квартиры не ошиблись. Вот. Находиться здесь реально жутко, и вот мне сейчас до сих пор прям это не по себе. Я прям ощущаю, что, ну, здесь что-то присутствие есть. Просто наверняка сказать я не могу, что это присутствие, потому что, может быть, это полтергейст, может, это какая-то неупокоенная душа, может, это еще что-то. Вот. И в этом смысле я не знаю. В принципе, свое дело я сделал. Снял для вас, я думаю, что хороший материал. В данный момент я сейчас собираюсь домой. Да, время уже 3:08. Ну что ж, меня зовут Александр Кошкин. Это проект «Сверхъестественное». Всем удачи, всем пока.